Интервью с командой победителя сборной России. Поздравляю вас с победой. Вопрос про финал. Да? Был момент, когда итальянки вели. Почему? Был большой перерыв или какое-то сопротивление не ожидали? Почему не получалось в самом начале? А мы не знаем, так получилось. То есть психологически как-то подошли? Не знаете? Не настроились. Да. 3 часа – это все-таки много. Вообще, что можете сказать по сегодняшнему дню? Что было самым сложным? Соперники? Вот какие ключевые моменты можете выделить сегодня? Тяжело. Финал был тяжелый. Вот. А так все нормально прошло, в принципе. Но зато мы теперь знаем, где какие минусы у нас будут. У нас есть. Больше не будет. Какие минусы у нас есть, об этом мы вам не расскажем. Это секрет. Со скоростными спортсменами тяжело. А парни сегодня тоже выиграли золото, они вам передали поздравления, поэтому мы ждем от вас того же. Мы тоже поздравляем наших мальчиков. Молодцы! Мы опять доказали, что мы лучше. У нас такая появилась добрая традиция на Росфенсинг ТВ, когда женская сабля завершает, она всегда последняя фехтует. Вы прощаетесь с нашими зрителями. Давайте передадим им последнее, так сказать, прощание. Спасибо, спасибо. И вам спасибо. Пока.